Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы начинаем с вами новую игрушку, называется Ancestor the Human King Odyssey. Да, я читаю, потому что название такое, я только слово Одиссей знаю и The. Все, поэтому я читаю. Игрушка, насколько мне известно, что-то про эволюцию человека, что-то в этом духе. Честно скажу, не читал, не вникал. Я, в принципе, очень не люблю читать, вникать в описании игр, потому что, когда в них вникаешь, там бывают такие спойлеры и так далее. Вроде оно какое-то невнятное, но все равно как-то отношение портится. Поэтому всегда люблю вот просто взять вот так вот и с нуля начинать. Итак, сказано было взять джойстик. Джойстик взял, правда, тут почему-то по настройкам он от Xbox, у меня от Sony, ну да, какая в принципе разница. Давайте попробуем. Я вот уже запускал, тестировал, поэтому начинаем новую ячейку, название рода. Ну, тут, видимо, клавиатура, да? Вот, еното, видная обезьяна. Ладно, просто енотовидный род. Подтвердить. Так, что у нас тут? Новичок. А что, другой могу выбрать? Я же не могу ничего выбрать. Ну вот, новичок. Пройдите по стопам наших предков, следуйте, расширяйте и развивайтесь. А помощь в игре... давай полное обучение, я не знаю, что это. Так, выберите пол. Пол пускай будет наугад. Название рода енотовидный, режим игры новичок, поселение, укрытие секретным водопадом. А пол самец, численность стаи средняя. Начать игру. Ну давай посмотрим, что она себе представляет. Вроде как очень положительные отзывы, прям игрушка прям говорят. Ну, возможно, почему нет? Давайте глянем. Это загрузка пошла или что это? Он уже играет, да? Да, что-то там идет. Не, я вижу, что заставка, ну мало ли это, может там декоративная. Нет, вроде как это, наверное, загрузка такая у них. Я не знаю, что это такое. Скорее всего, какая-то клетка. А что, может, мне что-то нажать надо? Нет. Ничего не нажимается. Значит, наверное, грузится. О, ну точно работает? Не, просто... Я про то, что тут ни индикатора, ничего как бы нету. Escape. Да нет, вроде... Вроде грузит что-то. Давай подождем. Ты чай взял? Бери. Я чувствую, что что-то это надолго. Вот, всегда так бывает. Только-только нажмешь на паузу, чтобы вот это все как бы не записывать и так далее. И она тут же загрузилась. Окружающий мир и его обитатели лишь прототип, относящийся к тому или иному месту или периоду времени. Они их точная копия. Хорошо. Разработчик компания Punch Digital Games. А именно... А именно очень много людей, которые были ответственны за звук, за сюжет, за графику, за тестирование и за что-нибудь еще. При участии трех человек и одного и двух композиторов. Сейчас вы узнаете, как жили наши предки на заре человечества. Это бесконечная история развития человеческого рода на нашей планете. Вам придется полагаться только на свое тело, органы чувств, интеллект и голос. Становитесь сильнее и развивайте свой род. Учитесь противостоять силам природы, обучайте семью и стройте жилище. Удачи! На нас особо не надейтесь. И помните. Эволюция — это не развитие по шаблону, вы сами выбираете свой путь. Вот это интересно. То есть нам дают как бы выбор, судя по всему, да? Так, а это у нас что? Это у нас Млечный Путь. А это у нас селедка. Космическая. Нет, не космическая, смотри, все нормально. Африка. 10 миллионов лет назад. Смотри, нас селедка спасла, летающая селедка космическая. Ну, в смысле, не нас, мартышку.
Мы же за мартышку умираем, я про это. Что жестко так все было? Что на мать? Все друг друга жрали. Хера себе, ты поспать-то просто так, блин. Вкус ты погадить не сядешь. Сожрут. Ancestors the Human King Odyssey. Наверное, оно как-то так должно называться. Я, честно, не знаю, как оно по-английски. Смотрите, шедевральным английским. Часть первая. Земля без людей. А обезьяны рыбу ели? Это же этот, блин, как он? Чё-нибудь, наверное, типа Аргентависа или где? Окей. А вернитесь в безопасное место, в укрытие или в поселение своей стаи. А где она? Так, интеллект, органы чувств, позвать. Ёб твою мать, чё это? О, нихера. Нажмите, чтобы задействовать интеллект, а он поможет найти укрытие. Так, блин, а чё это? Ладно. Стать, нюх. Нюх, давай. Не трогайте ЛС, пока не находитесь в меню интеллекта. Смотрите с помощью РС, чтобы найти интересное место, затем выполните доступные чего? А что интересное место-то, блин, где его найду-то? А, я понял. Чё? Вон, интересное, да, место вот это вот? Наверное, оно. Так, подожди, вон, слух, по-моему, вот на эту был, да. Здесь показаны все звуки, пределы досягаемости. Посмотрите с помощью РС, чтобы найти звук, затем выполнить доступность. Чё, блин? Ладно, чё, пойдем, наверное. Нам туда надо? Это просто как бы нас пугают. Спокойно. Ну вот вроде как туда нам надо. Так. Прыгает, ага, хорошо. Чё схватить? Схватить. Бросить. Так, понял. Попрыгали. А в смысле ты поплыл? А чё не прыгнул-то, алё? Это маленький макак. Вот, нормально. Так, секунду. Интеллект. Он туда, а там какие-то ягоды. Я не помню, чтобы я в какой-то игре, в принципе, выживал за животное. Я реально не помню. Я там игрушку какую-то жду, в 2020 году она выйдет. Я название ее не помню, к сожалению. Там тоже как раз вот за животных выживать, землекопитающих. Там что-то про белку, еще что-то такое. Все выбранное добавил. Как только появится, буду покупать. Это вот, наверное, оно и... А, ну да, вот оно и есть, да? Давайте спрячемся. Плохо то, что тут все на джойстике Xbox все сделано. То есть нет настроек под Соньку. Вот это вообще обидно. Найдите пропавшие тёныши из вашей стаи. Так, секунду. Напугать. Позвать. Лечь. А, это интеллект. Так. А закрыть на эту, да? Так, органы чувств. Рывок, прыжок, опустите ЛС, чтобы... Ёпта, чё так тяжело-то? Ладно, закрутим. Так, вот что это? Вот. Чё это такое? Радар. А напугать-то я не понял как. Держать? А, держать. Хорошо. Так, день второй, год нулевой. А как мне его найти? Нажмите их, чтобы задействовать органы чувств и найти сородича вашей стаи. Так, это вот это.
Ни хера, блин, я как ее найду-то? Телек, нюх. Давай нюх. Что мне это дает? Ну вот, смотри, концентрация. Что за звук? Кто это? Опознать. А, органы чувства. Растущий нейрон. Запомнить. Концентрация. Запомнить. Ладно. Хорошо, подожди. А, не совсем понятно. Органы чувств. Интеллект. Я не знаю, но я вот как бы его слышу, но... Где-то... Там, что ли? Так, подожди, органы чувств, давай. А, давай позвать. Чё, бляха, делать надо? Во, что это? А, это этот. Но он где-то здесь. Вот что это за радар внизу? Не радар, что-то другое. Так. Что-то пока, честно скажу, пока я не совсем уловил, как они пользуются, потому что информации море со всех сторон, и я не совсем понимаю, что есть, какая информация. Что есть что. Так, ты сюда можешь прыгнуть? Подожди, лечь. А прыгнуть как? Не прыгать, что ли? Ну я вот... Нюх. Ой, встать. Растущий нейрон. Вот я слышу, где-то он тут. Подожди. Интеллект. Слух. Где-то он там. Так. На. Хорошо, надо, я так понимаю, вниз каким-то образом ломиться. Ну, видимо, посюда как-то. Странно то, что он немножко не прыгает. Так, хорошо, секунду, знаешь, что делаем? Давай пробуем лечь. Что будет? Там нейроны растут. А, нет, нет, спать не надо. Так, интеллект, давай еще раз. Вон он, походу, да? Подожди, еще раз интеллект. Ну, походу, да, вот раз, два. Вот это, не, подожди. Сейчас соображу. Вот тут. Слух. По-моему, да. Нюх. А, встать. Блин, нюх. Интеллект. Ладно. Концентрация, я понял. Интеллект. Вот на этой давай сконцентрируемся. Опознать. Что это? А интеллект, вы можете запомнить местоположение всех уже знакомых вам объектов. Интеллект также помогает находить предметы, имеющие практическое применение, а также мысленно представлять то, что уже вам знакомо. Хорошо. Тихо-тихо-тихо. Не навернись давай. Ты что делаешь? А, ни хрена себе. А ты так могла? А что? Лучше бы они с органами управления бы сначала познакомили. Так, давай. Интеллект. Давай концентрация вот тут. Опознать. Что вот я опознал? Я его нифига не опознал. Ладно. Так, отлично. Вот сюда налево можешь? Хорош. А как пытаться за листву и ползучие стебли? Подпрыгните, а затем, когда окажетесь среди листвы или ползучих стеблей, зажмите А, чтобы крутиться за ним. За столы деревьев, скалы, ветви вы будете хвататься автоматически. Это хорошо. Это не устраивает, это радует. Значит, нам в любом случае надо вниз. Да он где-то вот тут орёт прям. А это, походу, вот мы, за которого только что играли, скорее всего, он и есть. Вот. Как успокоить детеныша? Нажмите Б, затем дождитесь реакции детеныша, чтобы начать успокаивать его. А, уменьшите температуру, внимательно слушайте. Чего? Какую температуру? Б. Хе-хе-хе, малого поймал, нашел. Нормально, пацан, не ссы. Семейка рядом. Пойдем рот раздевать. Во, вот это вот тут хорошо, мне нравится.
Так, нейронная сеть активна. Вот, смотри, опять какая-то. Добраться до последней своей стаи. Я так понимаю, интеллект. Растущий нейрон, это хорошо. Ну вот, я не знаю, что это такое. Судя по всему, наверное, вот по этой надо залезть. Тут вон какая-то трава на дереве растет. Наверное, по ней можно, да? Можно, ага. Самое главное, что тут часы есть. Я понимаю, что для обезьяны они в целом-то бесполезны, но для меня довольно актуальны, потому что ночью, я так понимаю, нас, наверное, кто-нибудь охотиться будет. В принципе, логично было бы. Так, подожди-ка, давай-ка вот сюда заберемся, посмотрим. Так, подожди, привал, малой, привал, подожди. Надо подумать, что делать дальше. Ну что это такое? Концентрация. Опознать. Так, хорошо. Секунду, там вот туда нам надо, да? Вот, вот что это? Вот это вот что? Племенное, наверное, да? Наверное, нам туда надо. Так, а как нам туда забраться? Пойдем посмотрим. А, ну вот ветки какие-то есть в целом. Погоди-ка. А, ну нормально, раньше по ветке. Блин, да мы сейчас убьемся нахер. Надо по скале просто лезть, а я... Это что такое? Это яйки чьи-то. Подожди. Давай вниз. Подожди, вниз говорю. Вниз, спокойно, спокойно. Вот. Давай, держись, красавчик. Что это такое? Схватить. Осмотреть. Что это такое? Новая еда? Африканский момбин. Съешь. Малому дай. Подожди, малому дай, говорю. Да дай ты малому. А что вот, вот, что по центру, что справа? Хоть бы что-нибудь объяснили, а? Как-то довольно странное обучение тут. Так, а мы туда не прыгнем нахер. Ладно, брось. Допустим. Давай вниз. А как нам туда забраться-то, дешевый крот? Подожди, давай по деревьям посмотрим. Я могу вот туда схватиться? Хорош, малорик вообще устраивает. Вот это обезьянка, вот это мне нравится, блин. Ты смотри-ка, и за детьми ухаживает, и защищает, и по деревьям лазит и прыгает. Только мы 2 часа дома допрыгать не можем, а так все нормально. Так, ну-ка давай-ка, наверное, вниз. Ой, хорош! Я думал, все, пиши пропало. Не, нормально. Так, нам нужно почти что... Что это такое? Это осы. Да? Не, это еда. А, это инструмент. А, волокно хлопкового дерева. Хорошо. Нам надо как-то... Вот сюда надо. А, ты в смысле, ты нормально такого ты прыгаешь? А чё я там лазил-то, корячился? Я-то думал, он разобьется. Нет, да хорошо. Тогда меня это вообще вполне устраивает. Чё, на, я малого нашел. А чё применить? Куда применить? Чё он делает? Что это? Так, ну ладно, я на хате. А, ну вот, а то я думал, кому ребенка-то сдать. Там маман-то его в этот большой воробей упер. Ну чё, пацаны, подросли? Пойдем на охоту. Пойдем на охоту с батей. Чё тут нюхаешь? Вот ну не надо мне тут сейчас, а какую-то, блин, тут. Вот, другое дело, давай, драка. Ты смотри, что он пытался сделать. Или она. А это, походу, слушай, рассказывает, что сожрали ту. Так, сможет ли ваш род пройти путь эволюции быстрее предков? Я хер его знает.
Я пока даже путь по дороге не могу пройти, не то что путь эволюции. Самое поганое. А что делать-то надо? Вот, смотри, энергия зависит от выносливости и продолжительности жизни. А чтобы быть выносливым, нужно хорошо есть, пить и спать. А чтобы прожить дольше, избегайте чего? Опасности, видимо. Ситуативные действия. Остановитесь, чтобы увидеть все доступные ситуативные действия. Их количество зависит от ситуации. Ага. Ну вот, да. Лечь, органы чувств, интеллект. Давай органы чувств включим. Что надо делать-то? Ладно. Давай включим интеллект. Опа, там, смотри, там смерть. Там этот, этот. Ну-ка. Слух. О, что мне это дает? Я не понимаю. Так, хорошо, давай так. А, интеллект. Давай нюх. Что это вот значит? Концентрация. Даем его опять не то. А кнопки по-другому, я путаюсь. Что это такое? Не совсем понял, но пойдем туда сходим. Я не совсем понимаю, что мне нужно делать тут. Какая цель, какой сюжет. Так, ну давай наверх залезем. Я так понимаю, нужно залезть и посмотреть, убедиться, то, что там действительно захомячили ту мартышку, судя по всему. А ты куда полез-то? Подожди. А давай отомстим. У него там, смотрю, тоже эти яйца. Да подожди, стой. Во, давай. Нормально, пойдем. Че иду, куда иду? Секунду. Давай, прыгай. Так, схватился. Хорош. А как раскачивать? Ай, стой, подожди. А как раскачивается и прыгать? Да ёп, подожди. Я же прочитать не успел, блин. Давай он туда. Я ж не совсем понял. Я просто пока там висел, думал, раскачивался, я прочитать не успел. В чем соль? Ну давай, я не знаю, давай туда. Хорош. Нормально. Пока я не понял, что делать. А есть цель? Ваша цель — развитие, поэтому ключевую роль здесь играют эволюционные достижения. Доступ ко всему, что касается эволюции, можно получить во время отдыха в месте для сна. Ага. Вы знаете, как все устроено, чтобы выжить, нужно действовать грамотно. Я понял, да? Так, интеллект. Вот, да-да-да, я там. В смысле, нет. В смысле, вот сюда я хотел. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ну вот она, да, мартышка наша. Схватить. Не-не, в смысле это. Так, осмотреть. Как осмотреть предмет, ты зажми... Да твою мать! С этим подсказки угробили мне мартыху. Я-то ее слышал, блин. Но мне подсказки, ёптать. Давай не будем ничего откусывать ему, а. Тьфу, бляха. Слышь, воробей, я тебя запомнил, падла. Да я в курсе, иди в жопу теперь уже. Страх неизвестности. Используйте органы, чтобы интеллект, чтобы изучить. Затем вы увидите свет. А раньше-то это не мог... А помогает истерию сдерживать. Так, интеллект. Так, интеллект. Свет. Вон наши. Потом давай, наверное, мы используем нюх. Так, концентрация. Встать, блин, концентрация. Опознать. Запомнить. Я так все понял. И ни хрена на самом деле не понял, ну ладно. Тихо-тихо-тихо, не прыгай. Так, а если ты вниз прыгнешь, ты удержишься? Да подожди, что ты делаешь? Слушай, по каким? Подожди. Удержался, хорош. Молодец. Все, хорошо, мы на хате почти.
Короче, нет, к этому воробью сходить надо. Но, блин, короче, я так понимаю, нужно просто что-то делать, ходить, все исследовать и узнавать. И потом, когда будем ложиться спать, мы типа вроде как будем эволюционировать. Что-то типа этого, я так понимаю. Хорошо, будем знать. Все, погнали. Слушай, мне так нравится, что они так высоко могут прыгать. А ты как-то бегать будешь, нет? Секунду. Не встает. Слушай, там это... Того самого, да? Блин. Дали нам нормально... А это, наверное, две жизни. Принцип такой. Давай лечь. А мы одну уже просрали, видимо. Давай, лечь спать. Ну. Да в смысле? Мне что, тебе держать, что ли, еще? Че, реально мне его сейчас держать это надо все дело? Ты прикинь? Ты реально нужно зажать и держать. А че так удобно-то вообще сделано прям? Вот сны у него пошли. А я, может, посмотреть сны хочу. На антилопа. Тем более, во время сна там было сказано что-то. Ну, смотри, рассвет, в принципе, ладно. Суточного режима, вода, еда. Пойдем поедим, поводим. А сколько ему интересно, чтобы вырасти надо? А место для сна. Прежде чем строить поселение, организуйте место для сна. А, в смысле? Да вот это место для сна. Или что? Открыть новую постройку, место для сна. А в смысле? А я где спал? Да, смотри, вот оранжевые, вот желтые точки в правом нижнем углу. Там было их две, сейчас одна. Так, я ни черта не понял, ну пойдем. Сейчас пока пошаримся, разберемся, сообразим. Так, это. Изучить. Тот взрослый особь самка, одиночка. Переключиться. Нейронная энергия. Когда тёныш находится рядом, накапливается нейронная энергия. Чем больше тёныша рядом, тем быстрее она накапливается. Что это значит? Хорошо, давай пацана возьмем. Так, давай изучим. Ну, детеныш. Спонтанная генетическая мутация определится, когда детеныш вырастет. Метаболизм. Хорошо. Не-не-не, нормально. Отмена. Хорошо, давай, неси на спине. Так, смотри, у нас зелененькая не очень. Нам нужно, я так понимаю, что-то поесть. Что мы можем поесть? Вот у нас какие-то... давай нюх. Съедобное, нет? Концентрация. Опознать. Неопознанно. А я понимаю, почему он не опознает. Потому что он этого не держал, он это не смотрел. Соответственно, он не знает это. Он не может расстояние опознать. Вот, ну-ка, давай попробуем. Да не, подожди, в смысле, вот. Смотреть. Да, это что-то неизвестное для нее. Я понял. Найди новый незакрепленный камень. Так, давай, знаешь, что делаем? Отбежим и проверим мою теорию. Так, интеллект. Концентрация. Опознать. Незакрепленный камень точно запомнить. Зачем, не знаю. Хорошо. Так, хорошо, что мы еще можем? Еда, вижу. Не, подождите, не еда. Вот еще один. А, вот, смотри. Концентрация. Опознать, вот, теперь подходить не надо. Отлично, я правильно понял. Так, концентрация. Давай туда сходим. Давай как-то по... Ты что, кошка-то странно. А это кто-то орет. А это можно ковать? Схватить. Не, подожди.
Схватить, говорю. Так. Осмотреть. Съедобное? Так, новая еда. Ешь. Съесть. Так, вот энергия стала восстанавливаться. Или что это там у нас? Давай еще ешь. Пацана накорми. Так, универсальный метаболизм. Вы усвоили питательные вещества из ягод. Отлично. Так нам надо еще похавать. Вон, а что, эволюция-то. Давай еще. Ладно, ягодки поели. Пойдем еще посмотрим, что тут есть. Какую-то рыбку съедим, наверное. Давай вниз. У-у-у! Ну ладно, она тут прыгает нормально. Мне нравится. Хорошо, пойдем тогда посмотрим. Ягодки мы уже опознали. Интеллект. Вон, смотри, сколько тут всего нового. Концентрация. Опознать камень. А вон точки какие-то еще опознать. Неизвестно, запомнить. Давай сходим туда. Все, понял, это ориентиры, на которые я иду. Это чтобы среди других не потеряться, потому что они исчезают. Все, я сообразил, но он тут более-менее уже. Так, хорошо. Схватить. Осмотреть. Оружие какое-нибудь. Найди новый инструмент. Гранит. Бросай. Куча предметов. Знакомые вам предметы, которые лежат на земле, можно собирать вместе с такими же предметами, складывать в кучки. Зачем? Чуть пока непонятно. Анаконда. Ну-ка, давай напугаем. Давай, пошел шланг отсюда. Ползи лесом. Че это? Это улитка. Грозный вид. Вы напугали узкоголовую мамбу. Осмотреть. А это еда, нет? Это я могу съесть? Новая еда. Гигантская охотина. Сейчас метаболизм себе будем это развивать. Чтобы всеядные стали. Универсальный метаболизм. Вы усвоили питательные вещества из моллюсков. Отлично. Так, интеллект. Концентрация. Опознать. Запомнить. Пойдем туда сходим. А в смысле, подожди. А, вот. Запомнил. Так, а нам холодно, да, я так понимаю? Вообще не радует. А что делать надо? Подожди, а что ты не смог опознать-то это? Странно. Ягоды те же самые. Не смог опознать. Ладно, хорошо. Так. Погоди, вон пещеру вижу. Это, слезь. Слезь. Отлично, подожди. Вот нам надо туда, короче, заныкаться. Давай зашкиримся туда. Отлично. Тут вроде дождя нету, да? Не скажешь, что тут тепло, но тут нет дождя. Что ты видишь? А в смысле ты спать лег-то? Легла. Там было написано съесть. Так, согрелась, это хорошо. Интеллект. Вот это что такое? Опознай, давай туда сгоняем. Что бы это не значило, я не знаю. Это какой-то ромбиком обозначено, что-то пока непонятно. Хорошо, побежали. Я как понимаю, тут надо везде с интеллектом ходить, бегать, искать, разбираться. Что это было? Каннибал. В общем, наша задача, видимо, сейчас как можно больше информации собрать. Что такое? Что это такое? Пойдем сходим. У него чутье какое-то сработало. Схватить. Осмотреть. Че, хомяч можно, нет? А, это инструмент новый. Стангерия шерстистая.
Хорошо. Так, вот туда нам надо. А, так, в смысле, брось. Я не знаю, пока я смысла не вижу ничего-то с собой таскать. Так, на всякий случай. А тут крокодилов не будет случайно так? Болото, по идее. Хрен его знает. Так, куда съешь? А, вон анаконду вижу. Хомяч. А интересно, я могу на нее напасть и завалить? Или я слабоват для нее? Отлично. Я думаю, это я познать смогу. Так. А это анаконда. Ну-ка, давай, пугаем ее. А, щеманула. Молодца. А другое дело. Вот теперь я доволен. Короче, я так понимаю, чем больше мы найдем, тем какие-то у нее там либо сны, либо что-то. Что это? Что это такое? Гранит. Что за истерия? Неизвестно. Хорошо, а... Что-то она чувствует. Давай органы чувств. Ни хера непонятно. А что она испугалась-то? Не понял. Вот это вот она понять не может, да? Что это за херь? Что-то нашел, смотри-ка. Новое место сбора. Отверстие под палку. Так, хорошо. А... Ой, твою мать! Уход атаки. Нажмите А, чтобы приготовиться, наклоните ЛС, чтобы забрать. Да я ж нажал, не понял, мать. А я-то думаю, что там прям очкует так. Блин, не то, что я не разовьюсь быстрее других, я вообще выберу. Черт, мне это не нравится. Я же вроде нажал, все, убежал. Да чтоб ты отравился моими улитками. Внутри меня. И чё? Все, хана? Нет. Как все херово. Я просто сейчас в таком месте беспонтово вот отвечаю. Тут и крокодилы могут быть, и анаконды. И псина эта, которая кошка. Давай щими наверх, пацан. Так, хорошо. Нам нужно куда-то назад. Интеллект, включаем интеллект, надо выживать. Что это? Укрытие. Так, нормально, лезем, сейчас по юрку пойдем. Чтоб хотя бы крокодилы нас не сожрали, а так все ничего. Ага, хорошо. А подожди, а где укрытие-то? Подожди-ка. Так, надо запомнить. Концентрация. Запомнить. Отлично. Давай-ка щимим. Щимим, макакен. Нормальное укрытие. Сейчас пойдем его искать, походу. Он сам до дома не доберется. Давай спрятаться или что? Вот, давай. Да, а сейчас мы, получается, опять отправим взрослого человека. В смысле, обезьяну. Да. Надо найти. Так, смотри-ка, давай сообразим. Вот нам, получается, вон туда. Где этот треугольничек, потому что нам... Нас завалили там. Тут нихера себе.
Да вот нас все сожрут подряд. Так, надо похомячить. А мне знаешь, что интересно? Подожди. А это только... Да, слушай, успокойся. Это только у этой мартышки работает? Или она на всех, на весь рот распространяется, что он там съел там охотину эту и так далее? А чего мы бегать-то не умеем? Давай проверим. Как познать? Неизвестно. Давай подойдем, посмотрим. Вроде другое место, да? Не там, где нас съели. А где он, Никола? Ох, серьезно, да? А, не-не-не, нормально. Я думал, все, он просто не смог опознать из-за того, что он был за деревом. Да, так-то лучше. Самое поганое, я вот понятия не имею, где мартышка наша прячется. Я как бы слышу, это слышу. Но оно везде. Слушай, а чего мы так медленно ходим-то? Ты устал или что? Походу, он устал просто. Ага, вот тут мы прятались от дождя. Надо поесть что-то. Куда что такое? Так, схватить. Осмотреть. А это палка. Так, новый инструмент. Ладно, хорошо, сухая ветка. Пойдем, леща ей дадим. Ты драться умеешь, что? Не умеет. Плохо. Ладно, пока брось, пока она будет мешаться, наверное. Он где-то прям надрывается тут. Справа только. Сейчас найдем. Во, вот это, по-моему, укрытие. Да-да, оно вроде. Вот. Тихо. Давай, давай еще. Все, погнали. Да что ты делаешь? А он не успокаивается? А что делать надо? Давай подождем. А что не так прошло-то? А в смысле? Я что-то могу сделать, нет? Может подойти поближе, не знаю. В смысле? А что не так? А я, короче, не понял логики, как регулировать. Я понял, что ждать его отклик, но он пропищал, я как бы это, молодец. Я его спокойненько дальше успокаиваю. Так, короче, куда туда ходил, туда не ходи. Не так, что нам нужно, на самом деле. Так, нам нужно что-нибудь поесть. Вот, например... Чё это? Это нам не надо. Блин, так он устал реально. Ой! Знаешь что? Есть у меня такие подозрения, Макакен, что ты какой-то проклятый. Ты уже две обезьяны за тебя... Три обезьяны уже убили за него. Сейчас чуть четвертую не прихлопнули. Спалил. Тупо... Все под контролем, что значит? Я тупо сейчас спалил кошку эту саблезубую. Так, это лисочки, это страшно. Мне надо что-то поесть, блин. Реально. Даже более того, не то, что поесть, а нам нужно отсюда вообще выбраться.
Цепляйся. А, ладно. Хорошо. А, вы забыли, запомнили ранее предмет. Да и ладно. В смысле? Что это такое? Что не так? Так, секунду, давай посмотрим. Так, давай, концентрация, опознать, это камушки у нас. Так, да. Жертва есть? Глупо. Что-то случилось. Кипиш где-то. Надо! Иероглифы и питон. Нихера себе. А я смотрю, херь какая-то происходит. Так, нормально, ушли от питона. Я понял, что надо делать. Я понял, в чем косяк был. А я порезался, да? Нам поесть надо, ёшкин крот. Что с едой? Почему еды нету? Камни, камни. Так, все щемим. Смотри-ка, бляха, питон какой вредный. Давай-ка наверх. Нихера себе, шланг ползет! Ты нахер-ка иди. Охереть! Короче, тут деревья вообще опасно слазить. А тут-то что? Ты мой реально в какой-то жопе? А, вот нормально. Хватайся. Отлично. Плохо, что порез, и плохо, что жертвы нету. А так в целом все нормально. Что опять произошло? Я пока их язык не понял, не научу. Еда. Это еда, еда, еда. Я вижу, это яблоки. Ну все, он ему плохо. А в смысле, это не яблоки, что ли? Так. Да не, еда должна быть. Давай я скажу, что еда. Да еда. Да. Ешь. Кат какой-то. Ешь давай. Так, нормально. Еще, еще. Смотри, он лечится. Что-то и кости срачиваются. И не так холодно вроде становится. А, веществ из овощей. Отлично. Овощи хомячим. Так, смотри, у него сразу энергия все появляется. Ой, не, ну это нормально. Осталось придумать, что делать с порезом. Сам он заживет или надо это? Подожди, давай еще поедим. Так, хорошо. Полностью, давай энергию уже. А, ну ладно, давай, лечь. Подожди, только мне не всем нравится место. Что такое? А, это порез, походу. Так, это что такое? Хлопковая... Подожди-ка. А, во, я понял. Ну-ка, давай. Это, короче, раны лечит. Блин, а так-то до тут добраться еще надо, если что. Ну-ка. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Быстрее, 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 быстрее. Тут сейчас какой-нибудь шланг вылетит. Вот, я же говорю. А, нет, это нет. Это он, типа, порез, не порез, что у него там. Вот, сейчас соберем, помажемся, у нас здоровье восстановится. Так, схватить. Применить. Я же прав? Да, вы сделали примочку из волокна хлопкового дерева. Минимум два раза выполнено. Ассоциативное мышление. Попрыгали. Отлично. Полезли вверх, вот сейчас мы там поспим, дальше разберемся. В целом, день был насыщенный, надо отоспаться, надо посмотреть, надо сообразить. Куда мы, собственно, развиваемся, куда мир катится дальше, непонятно пока. Держись внимательней. Смотри-ка, у нас вроде как и тепло, и вроде как кости там какие-то, я не знаю, что это, укрепленные или что это. Защита костей, может, ну, типа овощи, там, не знаю, кальций. Хрен-то узнает. Ну-ка, давай, поешь. Поешь. Но мне кажется, это уже не поможет, еда эта. Нужно уже спать именно. А малого покорми. Ну ладно. Давай тут где-нибудь поспим. Так, съел. Лег. А подожди, тут еще вода нужна? Еда нормальная, а воду пить просто?
Давай-ка часиков до 8 храпанем, посмотрим. Вон, смотри, точно. Вспоминает, что он тут сделал за день, походу. Видимо, да. Ну давай, нормально поспали. Не всем уверен, как там пить. У-у-у. Кто где? Что за паника? Хера, что такое? Что это? Что такое? Погоди, не понял. А это что за свет? О, сейчас вообще интересно, подожди-ка. А, это там типа тут успокоиться можно. А там, видимо, территория неизведанная, он ее боится. Хорошо. Питоны где-то есть внизу, нет? Вроде нету. Давай аккуратненько. Попить надо. Я к этому. Ну да, типа вот неизведанная территория. Так, опознал. 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 Ну, а что ты бычишь-то? Опознал. Нет, не надо мне это забыть. Хорошо. Зачерпнуть. Но у нее просто паника, потому что это что-то неизвестно ей. А, осмотреть. Новая еда. Вода. Хорошо. Пей. Во, другое дело. Пей, 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 пей. Я думал, они уже умеют. Нет, они еще не умеют. Они не понятно как... Прыгаем. Сука. Лезем вверх. Падла, а? Мохнатая. Чё, сучонок, не можешь, да? Козлина. Я твой рот клыки шатал, падла. Ты прикинь, да, что творит? Со спины, ну, в принципе, да, это кошка. Я думаю, чё там паникует? А нахрена мы собрались туда, где вообще кошка есть? Вот кто б знал там? Нам нужно отсюда уходить. Хорошо, давай сделаем по-другому. Полезли наверх. Ладно, хоть кошки сильно тут не лазят по скалам, по деревьям. Они еще не знают, они еще глупые, видимо. Это мне вот реально очень нравится. Но нам при любом раскладе сейчас нужно найти какое-то дерево. Там вон деревья есть, какое-нибудь хлопковое надо. Сейчас главное, чтобы какой-нибудь жирный питон на нас не свалился, пока мы там ползем. Ползет, ползет, со скалы сорвется. А, блин, крови, кровь клещет. Вы забыли запоминать... Да это ладно. Нам главное добраться наверх и подлечиться сейчас. Блин, а он... Кровоподтек-то жесткий. Так он ж вроде нас не задел. Опа, вот это сейчас плохо. Я не думал, что она так устает. А себе постою. Не восстанавливается. Нам вот туда надо добраться. Ой-ой-ой. Ладно, если она будет просто медленно ползти, не страшно. Если она сорвется, это будет жопа. Держись! Держись. Держись, Макен. Походу, там жестко досталось. Давай-давай-давай. Чуть-чуть. Не-не-не-не-не! Ты что, сорвалась-то нахрена? Блин, так-то вообще жопа. Давай-давай. Чуть-чуть, родная. Родной или кто-то там. Так, давай сюда. А что толку? Хорошо. Интеллект. Есть что-нибудь где-нибудь у нас поблизости? Опознать там хлопковое, не хлопковое. Хер кто узнает. Но нам надо наверх лезть. Я не знаю, может она, конечно, заживет. Но давай пробуем поспать. Немножечко. Может восстановиться. Я не знаю, как вот эта рана будет влиять. Судя по всему, не очень-то она влияет, но как минимум мы... А, не, нормально, она вроде останавливается, смотри-ка. Как минимум мы отдохнули.
Все, давай, нам нужно хлопковое дерево, сделаем повязку себе, примочку, нормально. Так, вот вообще замечательно. Алло. В смысле? Давай посюда тогда. А чё ты залезть ты не можешь? Так, подожди. Она тут залезть не может почему-то. Хорошо, давай вот так вот бочком-бочком попробуем. А, там угол походу, да? Или что? А вот тут же получается уперлась. Уй. Она устала, жестко устала. А смотри, она почему тут залезть не может. Вроде угол нормальный и все. А не может. Вот тут вот. Вот тут можешь наверх? А не, а это наверное. Слушай, а там что, реально что ли? Возможно, вверху больше ничего нету. Ладно, не страшно. Это походу да, походу выше просто залезть нельзя. Хорошо, давай полежим. Ну хотим, не хотим, надо спускаться вниз. Давай, давай трактор пойдем. Тебя просто не вариант что-то делать-то. Она помрет сейчас. Померла, блин. Да, ладно. Но я все равно бы хрен бы что сделал. Собака котяра, это несчастная. Ладно. Блин, да сколько мне надо. Черт. Как обезьян-то я тут погублю. Ну, хотим не хотим, нам нужно спускаться вниз. Вот нам туда надо. Я не совсем уверен. Могу ли я играть только за малого? Мне кажется, если я сыграю за малого, то это все хана будет. Если его убьют, в смысле. Что такое? Да что ты вниз не лезешь? Малой! Так, нам надо немножко левее. Вот сюда надо. Так. Интеллект. Ну вот я не знаю, нам нужно где-то в курке найти. Да не, подожди, подожди, не про это. Ты же не разобьешь, я надеюсь? Не, не разбивается, хорошо. Я могу тут поспать просто. А он, походу, вообще спать не может. Так, ладно. Нам нужно туда уходить. Мы отсюда пришли. Изначально, туда надо и уходить. Интеллект. Так, семена. Концентрация, давай. Запомнить. Хорошо. Давай, наверное, по скалам немножечко. Смотрите, гиены страшные. Мне же самому стрёмно. Когда призраки, морд гиен появляются. Вот такие вот, на весь экран тебе. Так, не нормально. Пойдем-ка так. В целом, мне кажется, можно добраться до дома даже. Просто самое поганое, как бы это смотреть, чтобы нас не съели. Кого-то слышал? Топтался кто-то? Где-то. Гиены, змеи, всякая херня, блин, бурня. Мне кажется, со мной эволюция закончится. Вот реально есть у меня такие почему-то подозрения. Ладно. Ну, слушай, шум слышу. Ой, слышу, слышу.
Как органы чувств. Там задыхается кто-то, слышь? Блях ты, муха. Укрытие нашел. Все нормально, щими туда. Это, по-моему, под этим же укрытием мы тут и спасались, как бы. Там просто звуки такие. Кого-то то ли задыхается, то ли грызут кого-то. Так, народ. Реально, как будто это, глотку кому-то грызут. Слышишь такое? Погнали, только давай сначала пожрем, потом все остальное. Что это у нас такое, я уж сам забыл. А, схватить. Ковать можно, да? Это, по-моему, еда. Ну, еда-то вот там точно есть еда. Да, давай ешь. То, жрать хочет? Так. Давай еще ешь. Он, по-моему, жрать хочет, он пить хочет и он спать хочет. Вы кого подсунули-то, а, господа, уважаемые? В смысле? А ты что забрал-то, слышь? Конь педальный. Я это жрал, между прочим. Так, ну вот воду мы немножко этим останавливаем, хорошо. Ты чё опять приперся? Скотобаза. Съесть. Кого? Рыбу! Так ты съешь это. Вот, зачерпнуть. Я в смысле, вот, пей. Так, хорош. Сейчас Макена придет спасем. Ну ладно, худо-бедно, пока что получается что-то там. Так, давай теперь ляжем, немножко поспим. Да нет, в смысле, брось. Брось, говорю. Так, давай поспим. Да твою мать, что ты все хватаешь? Где тут поспать можно? Просто лечь, вот тут. Лечь, наконец. Какой-то у нас обезьян уставший очень. Давай, 2-3 часика храпанем, там сколько надо. Все, отлично, да? Все, пойдем. Нужно, короче, малого вытаскивать реально. Вытаскиваем малого, возвращаемся домой. А то тут все шляпа получается полная. Ну, так понимаю, не разбивается им насрать. Нихера себе они не разбиваются. Они разбивались же. Так. Ладно, буду знать, разбиваются, когда с большой высоты совсем уж. Что это такое? Пойдем глянем. Не, ну я, конечно, подозревал, что, наверное, должны. Ну, блин, оно так внезапно получилось. Ну и что это? Когда пей, я тебе про это говорю. А, смотрите. Что нашел? Что нашел? Место сбора. Место для рыбалки. А, рыба. Так, он где-то тут орет. Я эти места уже почти что запомнил. А, подожди, другое логово. Вот оно, логово. Он в другом месте сейчас. Вот тут он. Что такое? Ну? В смысле? А, с этой стороны что ли? Блин! Вон, ну наконец-то. По-моему, там змея рядом шипит. Малой, давай по-шустрому, а то, блин, с тобой все обезьяны помирают, я не знаю. Ты какой-то неправильный. Я же прав? Так, давай, короче, отсюда щеманем-ка. Все, давай в сторону хаты, в сторону дома, а там разберемся. Ну, у нее типа ушиб, я понял. Опа. А, просто мерзнет.
Ладно, просто мёрзнет, не так страшно. А вот саблезубая скотина, это уже, да, это уже напрягает. Так, короче. Подожди, спрыгни. Вот, я вот этот треугольник помню, там наша хата. Пойдем. Сейчас до хаты дойдем, там посмотрим, что делать дальше. Так, залазим, залазим. А, он так не прыгает. Я думал, можно по-быстренькому как-то прыгать. Нет. Сейчас нормально, сейчас посюда залезем. Немножко передохнем. Сейчас на веточке на какой-нибудь, наверное. Там посмотрим. Тут веточка, например. А, не, вон, смотри, веточка есть. Только до нее не долечу. До сюда могу. Вроде бы как. А, нет, в смысле? Да ёптыть. А чё ты это... Что такое? Устали. Нормально. Давай отдыхай. Хорош отдохнул. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот, вот, вот наша веточка. Спасительная. Сейчас по ней до хаты доберемся. Вон, 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 все, дом, дом, дом родной. Народ! Я потеряшку привел. Два дня где-то шлындал. Подожди. Это ж не наша хата. Так, давай смотрим. И съешь. А, нет, а что съедать-то? Сейчас, сейчас найдем хату. Где-то она тут рядышком была. А, так вон она, ёптать. Вот же наша хата. У меня такое ощущение, что я чуть ли не последний остался. Ну или как минимум, я не знаю, где все остальные. Так, ну-ка давай. А, вон что-то ухует, нормально. Я же говорю, где-то тут была хата, блин. Я прям, я уже джунгли эти выучил наизусть. Столько раз меня чуть не сражали, вон смотри. Лев жрет кого-то. Что-то делают. Камушки собирают. Мне кажется, надо попробовать камушки собрать, что-нибудь такое. Ну все, мы как бы это. Снять детеныча. Эволюция, смотри, по... Давай посмотрим, что это такое. Короче, нужно было действительно набрать и потом поспать. Подожди, поколение. А, эволюция. Чтобы начать эволюцию, вы должны находиться в активном поселении своей стаи. Сменить минимум одно поколение и заработать эволюционное достижение. Ага, вон, типа миллион лет. Все, я понял. Родилось двое, умерло четыре. Извиняйте. Я первый раз. Подожди, нейронная сеть. А, в смысле, подожди, сменить поколение, это что значит? Смена поколения необратимый процесс, а пути назад не будет. При этом вы потеряете всех новорожденных... Нерожденных детенышей? Нет, я не хочу так. А, вон о чем. То есть это типа это. Это еще дальше, все, я понял. Так. Вот, нам нейронную сеть надо развить. То есть, когда мы максимум разовьем, наверное, тогда есть смысл и поколение менять. Так, способны анализировать окружающую среду с помощью интеллекта может развивать, если задействовать это умение в разных ситуациях. Можно развивать. А я могу вот масштаб еще ближе. Растущий нейрон. Органы чувств можно улучшить, если они будут так использоваться в разных ситуациях. Хорошо. А что я сделать-то могу? А, вот, значит, оформившийся нейрон. Нейронный рост завершен. Активируйте нейрон с помощью нейронной энергии, чтобы создать условия для развития нового двигательного навыка. Взаимодействие с другими чувствами. Ага. Все, понял. Вот, и это вот, что мы делаем, у нас все нейроны начинают расти. Вот мы, видимо, выучили что-то, у нас вот нейрон активировался. Теперь можете перекладывать предметы из руки в руку. Нажмите, чтобы переложить ЛБ. Это, наверное, какая-то из этих. Смотри, вон... Нифига, вот эта сеть нейронов пошла. Позволяет развивать, возводить постройки. Это следующий этап. Новые рефлексы. Выполняет различные действия с предметами.
Развивать органы чувств. Вставать и удерживать. Ага, ты смотри. Слушай. Так это вообще нормально. Действие с предметами. Нажмите, чтобы сменить руку. Теперь вы можете взять правую руку другой предмет. Хорошо, давай проверим. Я думаю, что-то валялось. Вот. А подожди, а как, допустим, взаимодействовать? Ухаживать! Здравствуйте. Чё, слышь? Общение. Ну, херово, но умеем. Давай за тобой поухаживаем. Ухаживать. Да ну, вот нахрен. Ухаживать за вами. Вон на чё, блин. Короче, надо, чтоб это... Надо сейчас перестать дохнуть, то рот у нас закончится. Если у меня тут некие подозрения. А, предметы хотел посмотреть, любую взять. По-моему, вот это можно было сорвать. Да? Нет, нету. А что тут сорвать можно было? А, ну подожди, ну вот же, ну. Веточку могу вот эту взять отсюда? Вот, схватить. Так. А изменение изготовления предметов, когда предмет левой руки, его можно... изменить голыми руками или смастерить из него что-нибудь. А, схватить. Вот. А, осмотреть. Чуть смастерить могу? Там палку с камнем. Еда, вода ему нужна. Ладно. Хрен с ним. Давай мы с тобой на этом закончим. Все ссылки будут в описании под видео, если серия понравилась, большой палец вверх. Оставляем комментарии, даем советы и подписываемся на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.